На протяжении всей истории нашей страны многонациональный народ России в минуту опасности собирается и становится одним над народом русским. 28 февраля в Сергиевском образовательном центре прошел урок мужества, собравший учащихся 8-11 классов. Открыл мероприятие глава района Анатолий Камасов. Такие мероприятия, они помогают истинно посмотреть на все происходящее вокруг и сделать свою цель. Поэтому погружаемся в эту атмосферу, смотрим в будущее и любим Родину. Самое главное, так и делаем привет. Урок мужества был подготовлен курсантами Сызранского военно-патриотического клуба «Кадеты авиации» имени Героя России Тимура Апакидзе. Они рассказали о том, что кадеты и летчики не боятся трудностей, дорожат дружбой, упорно и настойчиво учатся, уверенно идут к своей цели, гордятся прошлым своей родины, отстаивают независимость и величие своей страны. Большинство выпускников посвятили свою жизнь служению Отечеству во всех силовых структурах. Курсантами клуба являются не только юноши, но и девушки, многие из которых связали свою жизнь с гражданской авиацией. Также курсанты демонстрировали свои таланты. Они декламировали стихи, исполняли патриотические песни. Ими были исполнены кадетский вальс и казачий танец. Кадеты, нероты подростков, шагающих в строе. Кадетство есть кузница наших российских героев. Кадеты, лишенные зависти, подлости, лести, впитали традиции и благородство, и чести. На протяжении всего мероприятия на большом экране демонстрировались ролики о клубе. Ребята и представители Сызранского высшего военного авиационного училища с гордостью рассказывали о учебном заведении. Мы сегодня приехали к вам сюда в гости с кадетами-авиациями, с нашим будущим военными, которые хотят показать свой патриотизм, хотят показать вам, жителям города, какое наше будущее молодое, патриотическое. И чтобы к нам поступали в наше летное училище выпускники кадетской школы вашего города, будем ждать у нас в нашем училище. Выступление кадетов произвело впечатление на сергиевских школьников. Больше всего запомнилось выступление как раз-таки самих кадетов. И первые прыжки с парашютом для человека, ну, вступить неизвестно, очень трудно. Особенно это природный страх высоты. И это достойно уважительный поступок. Так легко его преодолеть. Мне понравилось в целом мероприятие. Оно поднимает патриотический дух в столь серьезных обстоятельствах, которые происходят в целом в мире. Это важно. Патриотизм, равенство. Внешний вид курсантов тоже не мог никого оставить равнодушным. А форма придает им еще больше какую-то статность, мужественность, героизм. Организаторы уверены, что старшеклассникам урок мужества от кадетов авиации был полезен, и некоторые из них, возможно, сделают выбор в пользу этой специальности. Елена Баканова, Антон Иванов, телекомпания «Радуга-3».